принципе, стартап, с чего ты стартуешь. То есть я стартанул в марте 2015 года. При закредитованности 97% в соглашении Минфина отдать, снизить до 51%, то есть отдать 13,5 миллиардов рублей. Кредитоваться я не могу, есть только внутренний потенциал региона, надо сохранить социалку, не срезать, не сделать так, чтобы люди ощутили эту проблематику, которую мы сегодня видим с Министерством финансов, и работаю в этом направлении. При этом надо выполнить программу переселения, при этом надо строить дороги, при этом надо сохранить пригород, при этом надо сохранить льготные лекарства и так далее и тому подобное. Но не все деньгами решается на самом деле. И даже теми крохами, которые у нас есть, ими надо грамотно распорядиться. Добрый день. Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. Бабилофазу дает 15 минут на устранение. Как сделать? Если слышно, то я могу продолжить. Если нет, у нас ВКС, да. Тогда... Уважаемые коллеги, тогда у меня есть предложение сделать небольшой перерыв. Есть хороший у военных такой посыл, когда они встречаются по хорошему поводу, они говорят всегда за содружество родов войск. Вот губернатор – это человек, которого задача организовать вот это содружество родов войск на веренной ему территории, и он должен сделать так, чтобы максимально из тех возможностей, которые есть у региона, у подчиненных, у тех людей, которые живут на веренной ему территории, соответственно, улучшить проживание и комфортность. Сегодня первым вопросом рассмотрим достижения показателей социально-экономического развития Амурской области за январь-май 2017 года. Используем их для оценки уровня социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа. В таком формате первый раз. То есть раньше мы подводили некие итоги, заостряли внимание на каких-то показателях, которые в динамике отрицательные. Но Александр Александрович, он как бы системный руководитель, поэтому он действительно пошел дальше. Он говорит, что каждую цифру нужно расшивать, чтобы население понимало, какие мероприятия, какие планы у нас для достижения данного показателя. И потом население сможет и оценить все-таки, какой руководитель достиг, не достиг, чего достиг, какие результаты конкретные. Вот по всем показателям, которые есть, будет отдельный разговор по каждому. Себе помечайте, готовьтесь, и будем отдельно разговаривать, кто куда бежит, с какой скоростью. Совещания по-разному проходят, и с кадровыми решениями, и с эмоциями. Иногда вот не понять трактовка многих, это, ну а что там, почему губернатор, есть мэр или еще что-то. Ну, мы же живем все в Амурской области, мы, самое главное, не должны быть безразличными, мы должны быть человечными. И неважно, какую должность ты занимаешь, самое главное, как ты реагируешь на происходящие вокруг процессы. Да? То есть мне нужно понимание, что нужно делать. К сожалению, сегодня этих докладов нет. Договорились? Какая компания, кто этот чиновник, который ему не отвечает, где это письмо, у кого находится на резолюции? Почему вы это ответить на это не можете? Зачем вы не занимались? Да дело не в совещаниях на самом деле, а дело в вопросах, которые решаются. Многие же вопросы решаются в телефонном режиме, в режиме переговоров 3 минут, 4. Совещания, они больше носят характер разъяснительный и подведение сверки небольшой. Выходные есть выходные? Нет, к сожалению, выходных нет. Вообще? Ну ты утром просыпаешься, и неизвестно, чем закончится день. Добрый день, уважаемые спортсмены. Сельская спартакиада для жителей, которые живут на селе, работают на селе. Это в действительности праздник, праздник и труда, и спорта. Рад сегодня находиться вместе с вами. С уважением к вам, с праздником вас, со спартакиадой. Спасибо, Александр Александрович. Как водичка? Теплая, теплая? Только грязная. Судоходная раньше была, а за островом сделали, сейчас поменяли маршрут. Получается, здесь не чистится и ильется немножко. Газпром свободный повезет грузы по реке. И буду чистить и Амур, и Зею. Полностью две реки будут чистить. И вот мы сейчас с Александром Семеновичем обсуждали, чтобы как раз и здесь почистили. Много того, чего остается за кадром, тех конфликтов, тех проблем, которые приходится решать, о которых, ну, наверное, может быть, не все знают, но
неприятные они многие, но мы их решаем. Добрый день. Александр Иванович, мы с вами в результате объездов территории в прошлом году, в этом году уже, проверяя, как исполняется поручение, которое дано нам население Амурской области, сформировали план. То есть я хотел бы, чтобы у вас все это в докладе было отражено сегодня в рамках нашего общества. Мы планируем работы на 67 объектах. На сегодняшний день плановые показатели цифр такие. Выполнение составляет порядка 30%. У нас сложилось отставание не более 1%. Устройство железобетонных водопропускных труб, одна штука, не выполнено, не исполнение графика. Пока у нас идет с учетом графиков по этим объектам. Но оно неправильно. Оно получается, знаете, дорогу разобрали, а собрать не собрали. То есть так нельзя работать. То есть она же брошена. То есть, но в первом слое сделали ни разметки, ничего нет. То есть люди ездят, страдают. То есть нужно, если асфальтируете выходные, никого нет на работе. В чем проблема? Где техника? Где рабочий? Где кто? Где дорожник? В 2017 году предусмотрен очень большой объем по ремонту автомобильных дорог регионального значения. На сегодняшний день имеется небольшое отставание, в связи с чем мы получили в рамках этого критику со стороны губернатора Амурской области Козлова Александра Александровича. Но мы данное отставание ликвидируем. Постараемся в течение июля месяца и сработать с теми планами, которые были намечены ранее. Запоминаются такие значимые события, которые будут влиять в истории. Мне запомнилась встреча с Юрием Петровичем Трутневым, когда он посещал нашу область, когда мы ему показали нашу инвестиционную привлекательность. То есть мы показали, насколько великая стройка сегодня в городе Свободном, в Свободинском районе происходит в рамках ГПЗ. И мы попросили все-таки поддержать нас по городу Свободному, потому что для нас этот город очень важен. И мы не справимся, к сожалению, нашими финансами, не приведем его в надлежащее состояние, если нам не будет помогать. И мы этой поддержкой заручились. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение разработать долгосрочный план комплексного социального экономического развития города. И в рамках этого плана всего будет построено и модернизировано 51 объект инфраструктуры. Сегодня уже имеется проектно-сметная документация на 11 первоочередных объектов, и мы выделили деньги в этом году на разработку еще на ПСД 8 объектов. Общий объем финансирования, который разработан в рамках инвестиционного плана, это 49 миллиардов рублей. Но должна быть в том числе и кадровая политика. Давайте слово инвестиции не делить только в деньги, потому что мы всегда говорим, это деньги и новые рабочие места. Губернатор встает, честно? Он же не паровоз, у него же нервы, да? Конечно, встает. Кто-то по-разному уходит от стресса, кто-то, не знаю, ищет утеху в алкоголе, кто-то на танцах, а мы в спорте. А хоккей у меня начался с Амурского угля, когда я был генеральным директором Амурского угля. Мой товарищ говорит, ну, сохрани традицию поддерживать хоккеистов. Я начал их поддерживать, они меня поставили на коньки. Три тренировки, да? Стараюсь, но они у меня ночные, скажем так, после работы уже в поздний период времени. Это выплеск эмоций, это командные отношения, это позитив.